Всем приветик! Сегодня мы продолжаем готовить на гриле от Тефаль. И сегодня мы будем готовить первый раз на нем вафли. Ура! Так, для вафель нам понадобится 5 яиц, цельнозерновая мука, 100 грамм, весы, разрыхлитель и сахар, 400 грамм творога, и емкость. Ну что, приступаем. Делаю я это впервые, так что я не знаю, что у меня получится. Поддержите меня пальчиком вверх и приступаем. Так, и еще немножко добавлю сахара. Чтобы ничего не заводилось в муке, я сюда положила лавровый листик. Вроде ничего не завелось. Так это же другое дело, правда? Смотрите, что было до и как теперь после. Ну что, тесто готово. Пусть постоит пару минут. Смотрите, какое. Ну, оно какое-то довольно жидкое, да? Обязательно смазываем маслом. Я буду смазывать оливковым. Формочки. Также у нас есть такой паломничек, который шел вместе с грилем. Так, вот так выглядят пластины. Мы их покупали вместе в комплекте. У нас шли вот такие большие. Класс. Вот здесь кнопка. Вынимаем. Итак, я достала путеводитель. Короче, здесь вот рассказано, что надо сделать. Первое. Надо перевернуть эту штуку, на которой у нас лоток. Меняем пластины с гриля на вафли. Затем выбираем, включаем, выбираем ручной режим. Включаем красный цвет. Наливаем полный половник теста на одну вафлю, ну, на одну формочку вот эту. И готовим 3-4 минуты. Берем вот такой вот будильничек с AliExpress. Ставим его. Я беру, смазываю формочки маслом. А тесто не слишком жидкое? Что? Тесто, о, да, у меня тесто подгусло. Вот такое стало хорошее. Включаем ручной режим. Красный цвет. Разогреваем. Ого! А что он так дымится?
Что там происходит? Здесь написано, выберите красный цвет ручного режима. Я очкую. Покрасили тебя. У нас реально такого дымовухи не было с мясом. Ух ты! Вот они, красавчики! А дайте вафлю! Дай вафлю! Они горят! Смотри, горят! Смотри! Ой, какие красивые! И мне! Стояло бы ему выпить? Выпиши, Сань! А где? Да! Где моё? Не, мы не сгорели! Ух ты! Я думаю, для первого раза мы молодцы. Так, я выставлю температуру оранжевую, а не красную. Ну что, пробуйте, говорите. Вкусно? Вкусно? Вот такие внутри. Ой, класс, зайчка! А как я их буду отбирать? Ну они же типа антифригарные. Да? Да. Все, три минуты. Ух ты, какие красивые! Ну все равно пластины горячие. Видишь, много. Оно очень быстро готовится. Смотри, какие красивенькие. Надо больше наливать, тогда они... Красота. Вот это вообще здорово. Всем приятного аппетита. Жми лайк, подписывайся на канал. Так, а здесь что-то... Он выключен. Закрываем. И включаем на что-нибудь желтое или оранжевое. Я забыла про время. Забыла про время. Ну что, откроем, посмотрим. А ну-ка. Ой, все, испортила. Испортила вафли. Вот вам профтычить время, короче. Как так? Она оторвалась. Вафля поломалась. Ну и ладно. Я готов съесть поломанную вафлю. Вот, что значит. О, класс. Не смазывать, ты понимаешь? Она, так она тонкая, класс. Смотри, разрывай ее. Мы внутрь намажем нутеллой и вафлю с двух сторон сложим. И будет вкусно. О, и с обратной стороны красивая. Ой, какая красивая. Надо научиться их еще раскладывать красиво. Вот такие вафли красивые у меня получились. Мы их уже попробовали. Тесто очень вкусное. Кстати, не сладкое. 2 столовые ложки сахара как раз вот достаточно. Вот. И мы просто будем кушать с ореховой пастой. Поэтому не вижу смысла сильно сладко чем-то добавлять. Можно сверху на вафельку добавить. Еще хотим попробовать вафли с сиропом. У нас есть ореховый и карамель. Мы сейчас определимся, кто какой будет. И ореховая паста. Я сладкое не люблю сильно. Дай мне ореховую пасту. У нас, кстати, от Метро. Это не реклама, я еще не пробовала. Сейчас посмотрим. Тут уже хомячат все вовсю. На вкус просто шоколадная нутелла. Только помягче. Да. Более чуть-чуть тягучей. Я себе немножко. Но мне понравилось это нутелла. Сюда бы мороженку. А вечером мы еще сделаем этот картофельные вафли. Вот, очень хотим попробовать. Хрустящие, вкусные вафли. Тесто мне понравилось. Приятного аппетита!